Добрый день! Это еще раз Тони Греспания Коверла. Мы опять вместе. Я сегодня буду вам показать коллекцию Nero Hardy. Коллекция Nero Hardy есть и на Коверла, и тоже есть на обычном керамограните. И есть два подвижности – полирована и матовый. И здесь Греспания работал на черном фонде. Богатый черный. Черный, который выглядит черный. И потом, конечно, когда у нас есть черный фон, хороший черный фон, потом у нас прошилки намного контрастнее, намного элегантнее. И здесь есть два разные варианты прошилок. Первый вариант – теплый. И второй вариант – холодный. Они узкие, элегантные, что мы смотрим и не устаем, потому что они не агрессивные. Мы искали такой не агрессивный дизайн. И потом на матовый подвернуть. Она очень мягкая, она сатин, как мокрый эффект. И можно приятно, когда мы трогаем. Потому что любимый вещь в жизни, надо не только смотреть, а тоже трогать. И здесь мы находимся на интерьере в кабине Nero Hardy пулидо, полированный. И где можно просмотреть глубина этой плитки, глубина этой черный цвет. И здесь намного чернее, потому что полирована, контраст намного больше. И глубина этой прошилки. И потом, конечно, на этом интерьер можно найти тоже разные элементы. Первый элемент – это декор. Es Coverlamp de Nero Hardy, que es muy pulido y очень хорошо сочетается с обычным керамогранитом. Y, конечно, у нас тоже есть мебель, потому что es Coverlamp можно производить или покрывать мебель. И здесь видите, как красиво играет черный цвет, матовый цвет на стол. Coverlamp имеет много разных возможностей. И здесь вы посмотрите, как мы используем Nero Hardy Coverlamp на барестойке. Любимое место Тони. Еще раз, спасибо большое за внимание и за интерес. До скорой встречи!